Ну, собственно, мы в Городейске, на ближайшей к моему маршруту автобусной остановочке. До автовокзала уже нам смысла идти нету, поэтому на этом мы закончим наш маршрут. 21 километр, более 7 часов, в основном болото, и топи, ну и немножко цивилизованного грунта. Вот, едем домой, уставшие, счастливые, как обычно, все хорошо. Всем привет и до новых встреч.